Так, всем добрый день. Сегодня у нас на виртуальной распаковке представлена карточка памяти SanDisk Extreme Pro Micro SDX C. Ну и представлена для мобильных систем, ну и с адаптером для того, чтобы использовать их в других вариациях, например, с фотоаппаратами. Так, ну и поставляется новая карточка вот в таком варианте. То есть скорость здесь записана, чтение до 170 мегабайт в секунду, ну а скорость записи до 90 мегабайт в секунду. Так, объем памяти 64 гигабайта. Ну, и предназначено для 4К съемки на смартфонах и на квадрокоптере. Вот, хотя вот здесь вот на русском написано, что скорость может быть до 104 мегабит в секунду, но это нужно будет проверить конкретно непосредственно на устройстве. То есть это вот новая переработанная карточка. То есть есть А1, это А2 для большей загрузки приложений, ну и для превосходного использования. Так, ну и давайте проверим скорость записи и чтения при помощи специализированной программы непосредственно на скорость записи и скорость чтения в ноутбуке. Ну а реальная скорость будет зависеть уже от того устройства, где вы будете ее применять. Ну и смотрим. Ну и давайте проверим карту памяти SanDisk Extreme Pro на скорость чтения и записи. Так, вот у нас пустой диск. Так, для этого воспользуемся программкой. Так, найдем. Этот диск. Так, ну и проверим скорость записи. Ну и еще эта программа проверяет на целостность. Так, вот у нас записываются файлы. Так, ну, принцип понятен, скорость записи. Во-первых, зависит от типа устройства, ну и доступа к ней. Так, прекращаем, ну и проверяем скорость чтения. Так, ну и вот мы проверили
скорость чтения и записи диска. Так, ну а лишнее можно удалить. Те файлы, которые образуются в результате выполнения программы. То есть она проверяет на целостность. Ну а в данном случае мы проверили на скорость чтения и записи. И дополнительным бонусом, то есть внутри находится упаковки код для работы данной программы, то есть там по восстановлению карт памяти SanDisk. То есть она активирует, ну и получается полная функциональная программа для восстановления. Так, ну и мы посмотрели скорость записи, скорость чтения данной карточки. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. До следующих видео. Всем удачи и до свидания.